Я хотел бы придать новое звучание этому посланию и под текстом назвать его как «Три вопроса белорусскому народу». Мы привыкли к тому, что белорусский народ, избрав своего президента, вправе спросить с него, критиковать, как только это возможно, обижаться на него, в радости проводить время. Но, наверное, белорусский президент имеет право в определенные периоды нашей истории, особенно острые периоды, задать три волнующих вопроса своему народу. К вам, белорусский народ, мой первый вопрос, но не самый главный. Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? Наши граждане едины в стремлении к суверенитету и независимости. Но независимость стоит дорого, в буквальном смысле этого слова. Это оборона и безопасность, собственная финансовая система, развитые эффективные государственные институты. Все очень дорого. И у меня к вам следующий вопрос. Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой – суверенитет и независимость? И третий вопрос у меня к вам, порожденный вами, нашим обществом. Готовы ли вы быть инициативными и работать на себя? Готовы ли белорусы сегодня оторваться по-настоящему, отвязаться, поставить перед собой, перед своей семьей задачу и поработать хотя бы на себя? А все остальное, что от государства, мы сохраним. И вот как только мы этот внутренний потенциал нашего народа, каждого белоруса задействуем, мы в два раза будем богаче. Пора раздеваться и работать.